Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Вот вход, да, вот. Мужики, мусорские эти все движения. Ну вот, вот эти. Пустые. О, давайте вот отсюда зайдем. О, да. В курсе то, что мы можем, ну, на приключения сейчас напороться? Вполне. Все передали. Затяжной. Не сколько страшен запах, сколько страшен звук. Как у тебя. Ну да. Зажигалки взяли? У нас нету. Как нет, у меня есть. У нас одна тут. Подожди, я не могу найти свою, я кому-то отдал. А нет, у меня есть. Есть все рабочее. Давайте из багажника все забирайте. Давайте в багажнике подожжем, да и все. Да. Бля, перчатки мокрые. Как скажешь, что ты нахуй? Вообще, блядь. Сука, нахуй. А что случилось там у Гекида? Что вы пишете? Саня к старости сопьется и вот будет алкашом. Он что, машину завести не может или что? Ей-богу. Они, по-моему, стопанули копы. Без прав? Ебланы, что ли? Нахуй они за руль садились без прав. У нас тут не густо. Ну как не густо, нихуя себе. Давайте побрасывать эту штуку, она мне на крышу. Не-не, ну она потом ее заберем. Ну, мне до конца веков, блядь. До конца веков. Ой-ой-ой. Выглядит не очень. Блядь, ну я не знаю, я не вижу, куда иду. Саня, ну успокойся, Я ничего плохого тебе не сделал, Саня. Это Илюха все про тебя говорил, Илюха. Не могу, когда перчатки одеваю, мне похуй, что нахуй на руках. Какие перчатки? Я только здесь ставлю. Пиздец. Надо против пакета с салютом вот так делать. Уйди, машина. Пацаны, заходим в этот, в гущу леса самую. Бля. Возьмите один, я тебе найду. А кто помнит, игра такая была. Игра была, ты ходишь с челом. Она флеш, игра была в браузере. Ходишь с челом. Типа с ружьем, там выбегают типы из кустов голые. Если они тебя ловят. Я помню. Да, и вот это та же самая хуйня. Знаешь, почему сейчас будет. Чебурашка перестал общаться с крокодилом? Почему? Потому что у него сгнили ноги. Нахуй ты светишь этой хуйней? Ну, блядь, я сейчас обоссусь, возьмите! Блядь, уебался, я буду хуйню еще. Бля, возьмите, обоссусь сейчас, подержи. Не бери, Саня, не бери. Блядь. У меня этот вопрос был... На протяжении, блядь. Не заебуйте. Ебануто уже поджимает. Из жопы собачка лезет, а тут кошечка лезет, блядь, из хуя уже. Люк, держи его. Я один не справлюсь. Ой, блядь. Не надо. Надо. От него. Я вот так вот делаю. В итоге всем досталось. Побежал. Тихо, слушай! Уёбище! Позорное! Вся свежесть леса, которая была, ушла нахуй в моменте. Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam – это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Бля, ну дайте поссать, суки! Забей. Слышь, что, вот так вот видишь, вообще не видно фонарика. Забей. Что вокруг происходит? Я расслаблюсь, я басусь. Просто дайте, ну, я сейчас отпустишь расслаблюсь эту хуйню. Просто ссать начнешь. Отпустишь это все? Лови. Там не держи за ноги его. Выцепление достает, сразу хватает его. Стой. Начинаю ссать мне пух. Нет, нет. За что мы в такую глубь леса уже ушли? А мы потеряться можем. Просто из-за того, что ты ссать хочешь. Да ладно, стой. О, какая сука. Это просто дед, знаешь, деревенщина такая. Ёпты, блядь. Главное не потеряться. Бля, вы видели то, что этот? Ребята. Типа указатели были, там клад, туда идти. Ну не тот, который, ну. Координаты. С координатами, а просто золото там.
Клан, забей, нахуй надо тебе. Да, да. Позорная эта тема, Сать. Ты сы, что ли? Да не посадим. Тебя спасли, придурок! Лёх, улыбнись. А снег так-то лепится? Не лепится. Лепится. Дай-ка. Лепится мокрый. Дай-ка. Вот так вот. Точечно. Как хочешь ему сейчас между ног, как въебашить, блядь. А попадёшь снежком, пока он стоит? Как нехуй. Прям вот здесь. Как ты не попал-то, блядь? Да не знаю. Подошел уже в упор и промазал. Да ладно, что так? Подойди ему резко, член зажми, он взорвется. И понял, уворачивается и хуем в камеру. Что мол сердечко? Пацаны, вот хотя бы один снежок сейчас прилетает в меня, я хуй держал двумя руками. Сразу бегу за вами и, блядь, касаюсь щек. Ну как бы это ни выглядело, но любовь присутствует. От да. души, от души. Все, обмазал хуй. Нахуй. По-моему, тебя держал, когда ты хотел сказать. Фу, бля. Пацаны, мне плохо. Пойдем. Я пересмеял. Пересмеял. А без хуйни, вот смотри, вот если себе в лицо светить, ты вообще ничего не видишь. Вот просто смотри, открой. Открой глаза. Ну просто тьма. Да. Смотри, там спереди кто стоит. А это эти деревья кто смотрит. А это Даник. Мне так понравилось, когда он сказал, здравствуйте. Уебищи. А че мы, блядь, в самую глубь пойдем? Да. Это плохая идея, пацаны. Вглубь идти? Да там не срубать надо, чуть ногу придержать. Не срубать. Нахуй ты не срубаешь. Эй, ты чё, охуя, не сидела? Я сам чуть не перебрал. Мы не потеряемся, всё равно мы... Я как шел, я клубок распутал, чтобы, ну, чтобы не заблудиться. Полудура кого-то распутал. Где ты его взял, еблан? Чё, он у меня... Да идите нахуй. А, за две ноги дёрнуть? Нет, в колено. В обратное колено вот сюда уебать. Чтобы лицом за две ноги. Да, да, мы так дёргали в школе, у нас тело бетон, все зубы выбил нахуй. Не, ну что, давайте. Я говорю, вот так что вот. Что это, типа. Нахуй ты клубок вот ебанул? Нажимаешь вот так и чё складываешь. Ну что, давайте, мужики. Держи. Блять, Наня. Я хочу взрывать, идите нахуй. Ни, да ни разу. Да я поставлю на зарядку, сука. Ни разу не дали мне взрывать петарду нахуй. У него 12% на. О, нихуя. Да, это, блядь, мешок с песком мне дал нахуй. Обо что их здесь нету этих? Биг снайпер. Блять, вот насколько по 10-бальной шкале, пацаны, насколько вы бы хотели, чтобы сейчас просто кто-то из леса бежал на нас? Вот я бы хотел бы на 10 из 10. Еблан. Нихуя ты. Как они работают? Просто обо что-то бьешь, а они тебе... Не может быть. Въебало все, да? Давай, делай. Ну хуйня собачья какая-то, нет? Собачья. Ну это вот, блядь, все, что он мне дал, нахуй. Треугольник. Давай. Треугольник. Да, круто. Во, блядь, вот давай, это мне нравится. Анимешка там какая-то была у нас. Ой, ты что, боже, корова? Летающий. Вот этот жук это неизвестно. Илюшка анимешку на десерт оставил. Давай сразу нахуй. Да подожди там. Да хули его смотреть из Angry Birds. Не-не, там... Пацаны, жгите фитиль. Стой, я придумал, отойдите. Давай. Давай. Ребят, тут буки в этом лесу. Где, она летает. Может, улететь в ебло, прям. Пиздёж. Пиздёж. Оставайся тут. Возьми фонарь. Хуйня, куда она полетит? Поебать вообще. Пусть летит нахуй отсюда. Если летит. Ой, блядь. Пизда, рулю и седлу. И куда она полетела, Сань?
Бля, вот если бы она была на земле, был бы такой кайф. Куда она полетела, Сань? Она должна была взлететь. Ну что-то она в обратную сторону ей как-то работает. Ей крылья надо поправить. Да. Сейчас случилось. Уёбище, блядь. Со своей этой самой коровой летающей. Она что-то случилось. Сразу ее в пакет какой-нибудь. Вон в коробку впустую. Нет, там еще одна коробка есть. Давай еще одну. Нет, там вторая есть. Давай хуящий. Давай на пенек ее сажай. Нет, блядь, она не взлетела. Взлетит второй раз. Вы видели, какой у вас пакет? Наки. Найки. Найки? Снег с пенька. Пацаны, снег с пенька, и она полетит. Скорее всего, на потолок. В смысле, я же сделал точно так же. Купер, держим пахнет. Петарда со вкусом пердежа. Бля, ты чиркаш сломал. Какой чиркаш? Чирик. На трусах который. Ебать. Ну это уже серьезные, нахуй. Давай. Эти лучше не кидайте. Да надо сразу. Эти не кидайте лучше. Стой, дай попробую. Они сильные. Я кое-что попробовать хочу просто. Надо в дупло какое-то для детвины. Ну а сидятел там сидит. Давай, похуй. Бля, какая уебищная зажигалка. Да похуй. Я говорю, нам бы горелку газовую взять. Горилку газовую. Осторожно, она реально сильная. Это четвертый корсар выглядит как. Но он нормально въебашит. Да, он нормально. Бля, ебать, кто там хотел? Кто хотел, подожди. Давай, я. Подожди, стой. Она не... Чё сыклуша, не горит эта хуйня? Боком её положи. Давай, давай. Давай, все, Илюха. Блядь. Я похуй нашел. Ну, стряхни. Стряхни. Или давай я стряхну. Сними, стой. Все, давай сюда ее, майнай. Полицейские с собакой. Я ебануто побегу, сразу говорю. Меня хуй догонишь, мотивация ебучая. Похуй, похуй. Поджигай. Я вас кидаю, сразу говорю. Не надо. Да, бля, непонятно, как она... Чуть это фонарь. Нахуй надо, поставь. Поставь, поставь ее сюда. Я туда кину. Да нет, да сюда засунь ее. Да давай вот так, во. Она сейчас обжечь может. Отлично, как будто он сейчас... Это пенек, пенек подкурит. Она вперед сделает. Смотри, он подкурит пенек, видите, это его шляпа и нос. Сука. О, мы скатили снеговика, вот он. Вот на туре снег. Стой, что-нибудь этот... прикурит. Дайте ему что-нибудь. Блять, короче, вы заебали. Глаза блядь. Сделайте вы, им. Илюхи нормально зажили. Тогда, блядь, это вообще, что это хуйня какая-то? Заебал вас. Ты вас. Ее купил. Какую продали, ту и купил. Сделайте глаза ему. Блять, дурак нахуй. Сука. Какой дурак, блять. Ёбаные в рот этих стрим-снайперов, блять. Что в хорроры играть не хочу, чтобы я, сука, в этот лес ебаный пошел еще. Здорово. Ты нахуя так делаешь, блядь? Испугаешься, обосрался, блядь. Сука, побежал он. Сука, бежал, наверное, да? Трусы кто стирать будет, блядь? Хоррор бежит, падает, блядь. Трусы мне кто стирать будет, все, мужики? Сразу две. Ёбаный в рот. Надеюсь, ты один тут такой сейчас, блядь, еще побегут с разных сторон. Там еще бежит кто-то. Пусть покурит. Бля, ебать, там 6 человек. Охуенно. А что, пацаны, помните, вы хотели что там, ну, убежать? Где вы живете, да? Побегать. Вы, если что... Давай, делай, Илюх. Вы, если что, готовы бежать, правильно? Да, да. Бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. А я не бегу. Ой, блядь, лежать плюс сосать, нахуй. Только одна, наверное. Еще есть? Где остальные, блядь? Они убежали. Под ноги. Отлетел? Они под ног. Да, и они в какой-то момент могут десантировать, нахуй. С потолка. Они с потолка сейчас пизданутся. Не, вон одна разорвана. Вот, вон была, вот, стой. Как это разорвано? Жопа разорвана. Да, всем тоже, те остальные просто их провалы. Не, надо было под ноги. Надо было по одной. Так вот все. Да, они не друг тоже друга, не... они друг друга не взрывают. Они громче дали. Не-не-не, они не взрывают. Не дали, они громче, нихуя. Делай. Блядь. Ой, блядь! Хотел кинуть ее! На нахуй! Сука. Не, не надо, это мощный. Это хорошее, да. Я в тебя хотел кинуть ее, кстати. Давайте еще раз жука. Давай. О, жука еще, охуенно. Нет, надо скотч, видимо, снять. Ой, как пахнет петардами, охуительно. Ничего не надо снимать, просто... Его просто нужно натрёгать. Просто вот, вот так. Да. Примерно так это выглядит. Он раскрутиться должен на ровной поверхности, да. Должен стоять. Нет, нет. Да давай вот так вот. Него... Подождите, стойте. Дайте что? Объяснить. Вот так, стой. Вот так. Там юла. Юла, да. Блять, звуки какие-то. Качаются деревья. Это от взрыва. Не, смотри, ебучим образом качаются. Она взлетит должна. Она раскрутится, смотри, она вот, видишь, крутится. Она взлетит, взлетит. Она взлетит, взлетит, она взлетит. Оторви это фитилек. Ну что, это стекло или что? Иди нахуй. Да иди ты нахуй.
Бля, если я вот так подожду, хотите сказать, что он не зажжется? Подожди. Не, он у меня получилось, все. Ух ты. Стой, 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 Люк, стой, стой, стой. Блять, хуйня собачья. Блять. О, охуеть! Куда? Люк, смотри! На дереве падает. Охуеть! Охуеть! А-Х-У-Е-Т. Мягкий знак. Вот это то, что нам нужно. А еще есть такая? Есть еще одна такая? Или это все? Это все или есть еще одна такая? Мухи две были. Боже, окей, Google, как тонко намекнуть подписчикам, чтобы они ушли? Пацаны, посъебом все. О, вот это плюс рэп вот этому человеку. Да. Да, прям не было. Ой, уебище, блядь. Все? Просто яйцо надувается? Просто шарик надувается. А, и вот так. Да. Вот это самая имба, блядь. А у нас еще анимешка есть. А у нас еще анимешка есть. Ну здесь ее можно делать? А что нет? Да. Что будет? Деревья. Можно, можно. Ничего не будет. Бля. Может, где-то ее в другом месте, где чистое небо? Блять, уебище, нахуй, не дергайте, заебали вы со всех сторон. Сначала этот, блять, сука, слился со снегом, выбежал, нахуй. Я обосрался. Да я, блядь, ебануто обосрался, нахуй. У меня за жопа в говне, нахуй, в кирпичах. Блять, вот говорю, в корроры, нахуй, играть, и вот эту хуистику, это просто пиздец. Выбежал из ниоткуда, блядь, как будто с дерева. Сидел на дереве, наждал и спрыгнул, блядь, на нас. И вот этот танец на часа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас выстрелить, нахуй. Батарей. Не, я думаю, здесь не надо. Надо, надо. Я думаю, не надо. Мне тоже кажется, не надо. Ой, блядь. Чего не надо? Но не здесь, как будто. Да мы в лесу. Да ничего вот не будет, пацаны. Салют. Вот так. Нихуя. Нихуя не будет. Вы что, гоните, что ли? Тихо. Чего у тебя, блядь? Блядь, у тебя жопа не порвалась. Чего? Чего? Саня пёрнула, охуеть. Бля, пацаны, давайте без хуйни. Вот если кто-то захочет сейчас пёрнуть, хотя бы зажигалку поставим. И человек взорвётся, просто понял от пердежа своего. Не, у него как у петуха просто шарик надуется. Да, а у нас всё, что осталось? Тут есть без варежки? Ну там есть петарды просто. Давайте петарды. Давайте пока петарды. А это Илюха сделает. Это анимешка. Чего? Не моих рук дело. Это анимешка. Кто-то есть без варежки? Да. По пальцу высовывать. Бля, походу разрядился зарядник-то. Есть тогда такой надо ощущение. Анимешку делать. О, распаковал. Да сразу анимешку? А ее не надо скрыв? Нет. Не надо. Слушай, давай, может быть, просто чуть этот, где найдем потолок почище. Да, нормально. Я говорю, не надо здесь. Нет, тут ветки. Тут ветки просто. Тут над ветками. Вот тут почище, вот тут уже чистый потолок. Пошлите туда на дорогу выйдем. Не, вот. Да не, на дорогу нет. На вот дорогу охуенно. Тут чистый потолок. На дороге нельзя, сказали. Как? Тут можно. Пацаны, да тут нихуя не будет. Ну я уебашу, пацаны, будут лес. Ты тогда это делай. Стой, а есть кайф? Поставь, стой, не протекай, да подожди, не протекай. Поставьте, блядь, ёбаный в рот. Вас дураки, блядь. Сука, говорю, не поджигай, подожди немножко. На, сюда, нахуй. Бабах! Трах ты, бедо! Трах! Бах! Бух! Бах! Эх! Бах! Так нельзя делать, вообще ебанулись. Тут было, до нас уже кто-то поставил. До нас просто дурак, блядь. Вот фитиль, он долго шел, дошел. Это хуйня вообще полная. Че, это до нас было? А было, теперь было. И при чем здесь аниме? При чем здесь аниме? Казалось бы. Странно, что мы с Аней Клинт Эмерс его не взяли. Да. Типа, ну, без него не то. Странно, что или Иксайла тоже нет. Пацаны, да. Вот. Я загружаю. О, давай. О, яйца мои. Реальный футбол. Давай три. Не надо так сразу три поджечь. Они не работают друг об друга, они не работают. Работать, надо сразу. Ты давай краюшку. Нет. Ты краюшку, я краюшку. Сделает. А? Одну подожги, она сделает. Не сделает. Посередине. Хотя бы вот так.
Она не сделает. Фитильки. Ну помогите, ебаные. Их надо это. Стой. Я придумал. Свяжите фитиль, их. Фитиль, фитилю. Фитиль, фитилю, губа, губу. Ой. Бля, гений. Вишенка. На торте. Странно, что Саню не позвали. Да. Бля, чувак, у тебя голос на него похож. Хотя, зная его, типа, он такие темы не поддерживает. Там, кстати, полицейские. С Рублевки? Воу, как круто! Охуеть! Только один зажал. О, я перчатку свою раздавил. Не, помнишь шарики, которые вы покупали? Да еще... Я-то не был с вами на петардах. Вот там шарики пиздецовые были. Там взрываешь, и вот эти искры вот до сюда доходят. И мы кидали под ноги, и у тебя вот так полностью искрами перекрывает. Но у нас такого сейчас нет. Мне под ноги кидали их. О! О! Охуенно. Вот то, что да. Женщина сказала, то, что это хуистика, она была права. Да. А давай кроссовер туда засунем, в дырочки. Давай. Делай. А еще какие-то есть хайповые? Да, или только вот эти корсеры остались? Ну там есть кроссовер один. Хайп мы оставили на потом. Ну это понятно. О, блядь. Ой, блядь. Вот Энтон-то понятно. О, есть варик, смотри. Сейчас. Показываю, как два корсера взрывать. Вот так. Покажем. Один на другой. И друг друга, да, зажгут. Вот так вот. Просто проблема в том, пацаны, имейте в виду, что он может отлететь и потом у другого взорвать. Блядь! Ай, блядь, сука! Дебил, за ногу схватил. Сука. Короче, божья коровка. Божья коровка, это вообще. Это лайк. Да. Остальное... Пацаны, можно... А что, мы обзорщики этих, что ли? Петард? Да. Есть такой тип. А если вот так ракеты зажечь и вот так встать? Ты взлетишь, как Карлсон. Как на варенье. Как на варенье, только на этих штуках. Или как в этом, в ТикТоке окажешься на небесах резко. Раз, два, вот the fuck. А еще, ну что-то еще же есть, нет? Не, мы покупали какие-то хайповые прям брики-чики. Ну вот как будто они есть, нет? Все хайповое, что было на... Ой, это у меня не пробивается. И осталось там. Она сама хотела хлопнуть по-любому. 100%. Петушок еще один есть. Нет, он сгоревший. Вот это хайп. Бомба, это что? Это треугольнички. Это то, что я кидал. Треугольнички. А, реально? И все. Ну вот, это хайп. Вот это что? Это корсар? Корсар первый. Это первый корсар, это хуйня. Йоу, пацаны! Давай все сразу. Это хуйня. Да. Не, надо сжечь коробку. На, надо коробку. Сань, либо хуя коробка. Залутал, понял? Либо коробка, либо хуй тебе в рот, блядь. Да, выбирай. Точно не коробка. У меня есть нож с собой. О, какой? Нифига себе. Кто там посмеялся, блядь? Это автобус. Тихо, выключите свет на секунду, просто посмотреть. Нет, тут не темно. Выключите фонарики просто. Дайте нож, у кого-то есть нахуй подарили? Подожди. Да. Да. Кого-то есть подарили. Тихо. Тебе просили. Сзади, дай. Здравствуйте. И в меня, да? На потолке. Не носи. Это есть? Здравствуйте. Да, убери пакет. Снимай туда. Ты ебла? Давай, Илюх, еще раз. Илюх, давай еще раз. Блять, честно говоря, немножко не по себе стал. А ты не... Сук, не испугался. Давай сразу всю. Да всю коробку ебать. Саня, давай. Пацаны, я вам объясняю. Она не, от хлопка не взрывается. Взрывается. Нет. Взрывается. Нет. Они, насчет нет. 60. Нет. Будет 60 раз. Взрыв. Уже 58 так будет раз. Не будет. Будет. Все, минус. Ты ни в чем не разбираешься, запомни. Давай, Сань, делай. Этого не будет. Но я могу, но этого не будет. Будет. Хоть в руке взорву. Хуя. Вот серединку, подожди. Подожди. Вот так? Да. Подожди. Но она не будет взрываться. Будет. Вот, поджигай. Будет. Ты, поджигай. Главное, много огня дай. Если... Все. Пошло. Если... Бах, трах. Ну и чё, придурок, скажешь свое оправдание? Блять, отлетело в меня, прикинь. Если есть порох, дай огня. Я в ахуе, я не думал, что так будет. Будет. Реально? Да. Там есть он, вот это не сбежишь. Так похуй, весело было. Как-то она так не уверена. Она горит.
Баба. Бабах. И просто ебало. Мелочи приятно. Это не про член. Взрывать петарды, когда петарды просто лежат. Неинтересно. Неинтересно. Когда петарды лежат в чем-то. Это очень. Это вообще в дупле, например. В пеньке. Тут нет отверстий. О, вот в говно надо положить и стаканом накрыть. Мы так делали. Найдете, как кто-то срать хочет, пацаны? В тепленькое. Ну что? Не сможешь люк скинуть. Скинуть не смогу? Не сможешь. Не сможешь, ну, с места сдвинуть этот... Тихо. Здрасте. А почему у вас маска и нож? О, сзади Даник кто. На, подержи. Не, сзади. Там дикий Даник. Дикий Даник. Илюх, подержи. Да не давай. Если вы со мной, то не бойтесь. Не, подержи. Я перчатку хочу надеть. Да, да. Посадишь мне этот пенек срезать. Давай. Он откручивается там на этих, на гайках внизу. Это икеевский. Да. Ну мы так заебем сейчас. Дупло сделать? Да. Бля, давай, ну-ка, карате, Илюх. Первая ката. А потом по расписанию у нас что? Отжимания. Блять. У одного можно было только ногами хуярить, за второй просто, блять, лишь я поднял. Данила молодец, Данила поднял 220. Охуенно. Бля, слышите, я не могу понять запах от петарды горящих или от жопы Илюхи. Не могу понять, что за запах. А когда у меня бро? Вопрос в другом. Как мы из леса выберемся, мы не знаем, куда я идти. Я не знаю. У нас еще телефон садится, сейчас связи не будет. Да, да. У меня 3%. Драма тактизируется, блядь. 3%. Да, у нас есть еще петарда. Давайте еще сделаем. Тартар, четвертый. Я очень бы хотел, чтобы сейчас кто-то побежал за нами. И как раз телефон разрядился. А вы совсем забыли вот про это. О. Не сможет петарду зажечь. Ой, костер сейчас. Да, будет. Охуенно, ты придумал снег поджечь. Не, будет костер сейчас. Гений на Белобрысом. Типа был Белобрысом, было Брысом. Давай, весной встретимся, нахуй, как высохнет все. Расскажешь, как успехи. Дурочка, ты что там затеяла? А это какой корсар? Четвертый? Четвертый. О, это хайп корсар. Это надо снимать поближе. Это надо, да, это надо обязательно снять в ТикТоке, это наберет потом 4 миллиарда. Минимум. Такое надо снимать. Бля, Илюхич. Да, блядь, засунь, засунь. Такое надо снимать. Такое надо снимать. Это потом пиздец. А что ты засунул? Это рейтинговая хрень, я не говорю. Вообще пиздец. Давай еще. Не, просто надо снимать такое, главное кадр держать. Потому что я знаю, такие снимал тоже ролики. Стой, сейчас. Слышишь? Да. Да. Стой, Илюхич. Че ты эту хуйню не вытащил, но я же не переживаю. Вот. Раскрылось. Да. О! Есть открытие. Что это надо было снять. Ты снял? Да, я заснял. Да, такая штука. Я заснял! Это что, гипс? Гипрок. А? Гипрок. Мы это, конечно же, уберем. Когда с Мишей Литвиным тогда снимали, никто не рассчитывал, что тачка хоз залетит. Я просто снимал, стоял со стороны. Ну, как предчувствие был. Да. Да с какого хуя? Мы все уберем. Мы уберем, уберем. Не-не, сейчас зарядка сядет, и мы просто съебем. Да, я просто, я хай туда на выходе, все. Запиздили. Если за нами кто-то побежит, то мы вряд ли уберем. Да. Тот, кто побежит, понял, за нами сейчас ебанутый какой-то чел бежит, оказывается, ну, в руках что-то ебануто огромное. Оказывается, он с метелкой бежит, а мы убегаем от него. Типа, пацаны, я вам принес просто убраться, помочь. С криками «Стойте! Стойте!» Нет, по законам жанра какая-то вот, вот так нож в руке. Да. И вот он бежать должен вот так, смотри. Давай. Посадите его на... Бля, крипово выглядело. Да? Ебануто. Вот просто возьми телефон, я тебе сейчас покажу. Вот если я... Ну, быстрей. Бля, ебануто, не видно ничего. Сука. Вообще нихуя не видно. Нихуя не видно. Все, прощайтесь. Всем пока. Всем новогоднего настроения. Ну, предновогоднего настроения. Это только начало зимы. Ставьте лайки.
пишите комментарии, подпишитесь на канал, ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.